Всем приветики, ребятки! Вы на канале Katie's Games, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру, которая называется I Hate This Game. Ух, рэпер, я прям прирожденный хотел сказать. Так, сегодня у нас все зеленого цвета. Мы с вами тут, насколько я помню, везде все потыкали, да? То есть, детектив мы тоже потыкали, по-моему. Мы с вами потыкали и натыкали почему-то именно не на... Сейчас покажу. Нина! Да где ты? Где? Фак, спасибо. Не на вот эту фигню, а вот на эту. Давай нажмем. Вот, мы с тобой переместились. И как я посмотрела, короче говоря, хочешь прикол? Это оказался секретный уровень. Секретный уровень. То есть я не смотрела, как его проходить. Честно скажу. Вот, я додумалась в прошлый раз. Я, короче, додумалась, как это делать. Вот. Ну, конечно, очень поздно. Так. Ай! Он сейчас упадет. Ядрёна вошь. Ага, вот! Сзади. Пойдем назад. Приветик! Привет! Ладно, хорошо. Опс. Вот, это секретный, оказывается, уровень. Мы с тобой... Это снова я. Это снова я, да. Снова здравствуйте. Оказывается... Ладно, давай взломаем. Кто? Катя? А, подожди, я просто тыкаю. Я набираю Катя, такая тык-тык-тык-тыкаю. Сори, тыкаю. Хакер, да, хакер я. Я сейчас свой телефон взламываю. Нет, я не хочу. Вот, короче говоря. Я тупо тыкаю, я просто тыкаю тут. Классная, конечно, игра. Просто тыкать. Просто тыкать. Сегодня зеленый цвет. У нас зеленый цвет везде, зеленый цвет в игре, зеленый цвет за, зеленый цвет микрофона и зеленые жабуляки у меня на ушах. Жабуляк это, если что, лягушечка. Вот смотри, лягушечка какая милая. Какая классная лягушечка. А мне можно? Мне надоело немножечко тыкать. Сколько еще тыкать надо? Да у меня уже все, у меня уже пальцы болят, руки болят, все болит. Ладно, ничего не болит, руку просто хватит. Это не так интересно. Это не так интересно. Хватит тыкать. Что ты все печатаешь? Сам печатай. Доступ получит. Спасибо. Спрячь меня. Тебя? Себя? Кого? Давай вот так, смотри. Ха! Продолжить. Не получилось. Ага. Ага. Кого? Куда? В смысле спрятать? Ой, эти же пассатижи, кто-то вышел, все. Все, истерика у собаки. Вышел кто-то. Куда? А куда тебя спрятать-то? Куда тебя спрятать, подожди. Ну вот, пауза, продолжить. Заново. Он мне факт показывает. Ой-ой-ой, я упала. А, упала. Я красавчик. А я, однако, красавчик, хочу заметить. В плане спрячь, в плане, я не понимаю. Дай, подожди, я так сделаю. А в плане спрятать? Куда? Ой. Ну, ты куда? Подожди, я не понимаю. А можно мне подсказку, пожалуйста? На этом уровне есть подсказка? Есть тут подсказка, я тебе говорю, дай мне подсказку. Что, ну я уже все потыкала. Да я все тебе говорю, потыкала. Ага, и чё? Я не падаю, приколдес, да? А, куда тебя спрятать? Куда? Ну дай мне подсказку, ё-тиже, пассатиже, дай! Давай выйдем. Играть. Обычные.
опять спрячь, и все, да? Ну-ка, я не знаю, подожди, я не знаю. Я не знаю, что делать. Что делать? Давай посмотрю. Короче, я лошара. Оказывается, ее надо было свернуть. Ее надо было, оказывается, свернуть, но для начала нам надо с тобой до туда допрыгнуть. Вот сначала нам надо с тобой допрыгнуть до туда, а потом ее свернуть. Вот так сделать и вот так. И все. Иди же, пассатижи. Сумируй лампочки. Чего? Кого? А я, ты думаешь, что-то видела? Давай сначала. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 7, вернее, 8. Подожди. 6, 8. Это горело 1, 2, 3, 4. Это 7. Во, да. Я молодец. Я хорошо знаю тебя. Слишком плохое качество? А как? Давай еще раз сверну. Не то? Ну, плохое качество. Я с тобой согласна, что ты от меня хочешь. Ты не можешь в таком плохом качестве работать? Что не так-то? Что ты от меня хочешь? Я опять не понимаю. Ты посмотри-ка, ты посмотри-ка на это, а? Где так сложно-то? А можно мне подсказку какую-нибудь? Сколько я здесь должна простоять, чтобы она появилась? Давай подождем. Ну что можно сделать с плохим качеством? Ну, улучшить его. Я могу... Не могу. Я не могу ничего сделать. Давай выйдем. Не, давай продолжим. Подожди, сейчас скоро должна подсказка появиться. Что-то я все тыкаю, а что делать-то? Я не поняла. Ну, я поняла, что качество слишком плохое. А как улучшается качество на компе? Я ж не знаю. Я же этого не знаю. Я не техник. Я Катя не техник. Катя не знает, как это делать. Помогите кто-нибудь Кате, пожалуйста. Можно мне подсказку? Где у меня подсказки? Куда они делись? Куда они запропастились? Я понять не могу. Куда? Где они? Почему их нет? Но они должны быть. Подсказки должны быть всегда. Особенно для таких, как я. Особенно. Подсказку мне можно, я тебе говорю, подсказку, да, ты что, не понимаешь? Это тупо перезапустить уровень, да? Ну и что, плохое качество, FPS проседает, что ты мне хочешь сказать? Я не могу. Ну давай, давай, сейчас посмотрю, что делать, я не знаю. Ты сейчас увидишь, что я сделаю, и охренеешь! Как до этого можно додуматься? Не, по идее, я хотела выйти. Вот качество. Ядрен батон, я не могу, я не могу. Ну, я думала о том, чтобы выйти. Я думаю, сейчас появится подсказка, и тогда я выйду. Оказывается, ни хрена, надо сначала выйти. В смысле? Подожди. Ну, я ж улучшила качество. Все, играть. Если... А, теперь вожди. Спасибо. Ой, господи, теперь вожди. Прыжок. А? А, он прыгать не... Он прыгать не умеет, смотри. Умеет, оказывается. Ладно. Летающие блоки. Они мне в жбан дадут или что? А-а-а! Подожди, мне на них запрыгнуть надо или что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня?
Не, подожди, он куда-то вверх полетел. Подожди. А, почти. А, давай. Я прошла. Куда? Куда поехали? Куда? Вон там дверь была. Вот тут была дверь. Промахнулась. Я ж помню, что она там была. Вот тут она. Вот так. Да, вот так дверь. Стопудово тебе отвечает дверь там. Сейчас промахнусь, да? О, супер хейтер. Ой! Я сама не знаю, как это получилось. А это что? А теперь мне что надо делать? Тут двери нет. Вот так вот? Ну давай, ладно. А он падает, я могу в бок? А, я не могу в бок. А в смысле? А, почти! Почти! Ты прикинь, почти запрыгнула. А, все, это до конца я. Получается, надо держать? А, нет! Подожди, а куда тогда? Ну я не могу же сюда. Ну вот, я дошла до конца. Давай, 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 в бок. Тут он не попадает. Давай в серединку. Давай вот так. Ну попасть вот на этот движущийся... Движущийся блок, это вообще нереально. А что это он? Что, чем он какает? Что это падает? Что за прикол? Что за прикол, ДС? Давай, запрыгни. В чем прикол? Поехали, куда поехали? Ну поехали, давай выйдем. Может, в этом суть? Играть. 49. Нет. Назад, нет, назад не то. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ага. Нет, вообще не то. Вообще не так. Вообще не то, вообще не так. И что делать? Тупо прыгать? Может быть, вот в эту прыгнуть цель? Нет, в нее я не попаду. Давай посередине. А, наверное, надо посередине встать. Смотри. Да? А потом вот в ту попасть. Все, я поняла, смотри. Смотри, я поняла. Короче, мы сейчас вот это вот... А где середина тут? Вроде вот она, да? Или нет? Ага. А теперь он вот сюда приетывается? Блин, не попало. Не попало. Я лети как птица. В смысле как птица? Я летать не умею. Ай, блин, я перезапустила. Ну давай. Давай, подожди. Мы летим. Мы летим в блок посередине. Мне звонят. А я не отвечаю. Подожди. Вот, то есть... Я это прошла. Покрути что-нибудь. Что покрутить? А ничего ж не крутится. Ничего не крутится. А, покрути. Подожди, если мы сюда перейдем. Назад. Нет, ничего. Играть, обычные. Обычные, играть. Куда? Куда я? Куда я ушла? Да нет, 50 уровень. 50 уровень. А как крутить? Как крутить-то? Так, подожди. Нет, не получается.
Подожди, а что покрутить-то? Я не умею крутить экран. Вот это точно я не умею крутить экран. Я тебе отвечаю. Я тебе серьезно говорю, я не умею. А как это делать-то? Продолжить. Как я упал? Я ж вроде не на краю стоял. Ладно, хорошо, хорошо. Я не знаю. Короче, давай мы с тобой в следующей серии продолжим. Я думаю, мы дойдем с тобой до экстра загадок. Возможно, будем проходить их. Вот, в принципе, тут бывает такое, что ты запариваешься и долго стоишь, а бывает такое, что как бы быстро такие шух-шух-шух-шух и все сделали. Вот, поэтому я ее допройду до конца. Она интересная, она мне нравится. Что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать тебе спасибо большое за просмотр. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, пиши комментарий, отправляй это видео своим друзьям, вдруг оно им понравится. Ну а также подписывайся на мой канал и ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну и спасибо тебе большое за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока!